Смотри. Снова камень? Ну да. Таких много стало. Что там? Да вот смотрю. Заденет ли нас удар? Что, думаешь, запустят? Да, это уже решено. Странно, что давно не запустили. Почему? Они уверены, что надежды нет? Да им похеру. Ждут чего-то. Возможно, массового появления. Но мы ведь принимали сигналы. И что? Это были обрывочные, никак не связанные сообщения. К тому же старые. Крики о помощи, стоны. Мы ищем организованности, а радиоэфир третий день пуст. Ленина. Дом 32. Сидим в подвале. 15 человек. Не осталось питьевой воды. Быть еда. Пить нельзя. Весь центр занят ими. Потянем. Просим помощи. Прием. Прием. Вы меня слышите? Есть сигнал. От военных? Из центра. В подвале 15 человек. Просят помочь. Это нам не нужно. Больше ничего? Говорят, весь район занят ими. Нельзя выйти. Потом какое-то бормотание и снова помехи. Как всегда. Ты включал микрофон? Связь прервалась. Ты пытался выйти на связь? Нет, я помню. Хорошо. Бензин кончается. Пойду долью. Я за бензин. Последняя канистра была. В город не суйся.
Оперативно ты. Ну да. Больше сигналов не было? Нет. Жаль. Давай поедим. Я на периметр хотел идти. После. Если завтра не будет сигналов, придется сниматься. Времени нет. Так быстро? Может, они, ну, момента ждут, чтобы обстановку разведать. Я видел беспилотник. Глупо думать, что им ничего не известно. Мы и так сильно рискуем, что здесь сидим. Нас давно могли убить с такими технологиями. Значит, им нет дела. Это просто везение. Не нужно таким злоупотреблять. Ладно, я пошел. Патруль летит в нашу сторону. Ты уверен? Ты игрались, давай в машину. Я заберу станцию. Не успеешь. Сказал, что включал микрофон. Почему? Не включал. Я слышал. Так они не ответили. Другие ответили. Что это такое? Где? Ты что, радио поймал? Нет, конечно. Какое радио? Слышишь? Кто-то бормочет. А, похоже на шум, который я слышал после сообщения о помощи. На всех частотах одно и то же.